Всем привет! И это первая серия от Алекса Разрабов. И вот у нас Нек. У него так немножечко микрофон поломался, так что он не может говорить. Плюс, блин, 2 часа ночи у него. Так что он точно не может говорить. Так, давай переключим гейммод. На... Тьфу ты, блин. Пунта свитчер опять этот подвёл. Не поменял. Резу. Всё. Давай, всё. Тут зомби. Всё, пошли. Ты еще команды? Ты, блин, все знаешь. Так. Я до этого уже почистил немного тут местность. Да он нахуй волшебник, блин. Вы смотрите на вот этого волшебника, блин. Доктора Стрэнджа, нахуй. Так, угу. Все, отключил свои джедайские способности. А я уже вижу, что светлеет. А значит, все зомби, скелеты там схарят, блин, на, нафиг. Кроме криперов. Криперов. Оказывается, мы не туда, как бы, выбрось. Короче, вся фигня. Короче, мы не туда поплыли немножечко, похоже. А! Мы до съемок так парились с этим Майнкрафтом. Сначала шипканул. Мы его решили. Потом это... Как там? Так, короче. Лучше всего просто творческий режим включить, а то... Так. Угу. Сейчас быстро найдем ту местность, которую я чищу. Вот. Где-то тут-то я помню. Вот. Что-то где-то тут. О, а тут довольно чистенько, я вам скажу. Так что пусть тут-то будет наш отель Экзе Разрабов. Так, вот водичка наша любимая. И моды 0. Так, что нам нужно для постройки отеля? Первое всего, конечно же, материал для постройки, да? Вот у нас уже видно материал наш. Тут больше всего елок, так что будет. Будут елки. Или что за дерево? Да, елки. Привет. Джедай. Ого.
Ничего себе ты хацкер. Да. Вот смотрите. Смотрите, запомните. Это лицо читер. Ладно. Но вы все равно спасибо. Тро-т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 ро. Это ж... А что еще можно просто... Хорошо. Айс-вай-драй. Да. Когда построим отель, то уже отключим этот творческий режим и будем по-честному играть. Так. Можно построить схему, чтоб было все. Так, короче. Сейчас я, короче, открою Paint и набросаю схему. Где там у нас Paint, наш любимый? Paint. Так, все, я открою Paint. Будет отель прям. Огромный отель будет. Надо. Чтобы комнаты поместились там, да? Так, вот это что такое, я не понял. Так. Вот так. Заполняем пустоту, а то пустота это грех. Что такое? А да. Что все? Зачем нам это озеро, а?
все застроено. Мне кажется, чет музыка слишком громкая. Хорошо. Где-то 20% поставлю. Вот так. Прям. Let's go down, так. Все. У нас ой. Хорошо, не молчи. Кстати, насчет того, что у нас как бы дефолтные скины, а не те скины, которые я сделал. Короче, из-за того, что у нас была ошибка, ну вот это да, то нам пришлось отключить это аккаунты в этом лаунчере, и вот мы теперь без скинов. Я Стив, Нек, Алекс, или как там, эту женщину. Сколько снимаешь сейчас? Где там у меня? 17 минут. О. Ну, в итоге будет тоже меньше, ведь все же начало придется убрать. Хорошо. Так, пацаны, вы что тут забыли у нас, а? Бан. 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 Бам, бам.
О. Так, ну теперь. Вот все. Тут еще. И все, теперь. Так. Айнцвай драй. Теперь на другой край. О, будешь со мной это строить. Сейчас. Ты, короче, вставай. Угол. Да? Вот. Отсчитываешь сначала так. Айнцвай драй. И потом айнцвай драй. И ставишь. И. Понял? Так, теперь посчитаем. Да не лезьте вы, блин. Сейчас отсчитаем. Сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Так, не вещет. Наверное, неправильно. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, два, шесть. Значит. Так, стоп. Уже это пример. А я точно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь. Теперь понял? 27. Нужно считать еще эти блоки. Так, значит, берем наш лепи. Ой. А уже серия. Я подошла к концу. 21 минута, как бы. Так что. Ну, до свидания.